показать. Вот это чек у нас на 87 лей. Сейчас посчитаю, сколько здесь это выходит. Ранитов нам и пончик брали. Потом хлеб белый. Умивон. А суши это тут здесь самые дорогие. Это 22 лея. Умившо. Добрый день. Виноградик. Добрый день. 5 лей. Сок 2 лея. Это мне. И тебе, да. Вот что. Маршмелло. Вот это тоже самое. Где оно? Маршмелло. Оно же стоило... Это я буду жарить На палочке, да? Да, на палочке и на свечке. Два батончика у нас, малыш, уже почти нужен. Да, Наполеон по 2,55. Блин, у нас нету. Вот такая курица тоже, это самая дорогая. Здесь есть 15 лей. А сок дорогой? Сок дорогой, ва? Сколько? 650 грамм. Сок дорогой? И вообще тут покажу два молока еще и у меня хлеб с вытяжками и яблочко. Яблочки 5 лей. Это где-то 40 лей. И палочки. Вообще палочки? А, это палочки до суши. И да, это бесплатно вышло. А еще была ватрушка с этим. Ватрушка с творогом, очень соленым, очень вкусным. И с каким-то там жемом. Да, я сейчас напишу, сколько это стоит. Все, мы побежали. Такие покупки в Румынии. А что там ну, было? Что, это нормально? А еще мы купили такие пончики. Пончик. Пончики, вот, да. Один уже скушал. Да, они были с каким-то кремом. Угу. Все, отлично. Одежка, и все. Понял? Памперсы цены. 83. Памперс. Паггис. 83 для пончика. Ара мы любим. И я пришла за салфетками. Я не могу увидеть. Игрушечки для детей. Кейцами. Малинка 7 лей. Пивин. О, Каро. Софья рыдала. Аукцы. Ченки купировать. Почему она такой спрошенная? Спасибо.